30 января на Северный вокзал Казани прибыл поезд со школьниками из Лисичанска и Рубежного. Скоро они приступят к учебе и процессу сдачи единого государственного экзамена. Затем у них будет возможность подать документы в любое высшее учебное заведение на территории нашей страны. После небольшой экскурсии по Казани ребята отправились в Елабугу, где им предстоит пройти обучение в университетской школе Елабужского института Казанского федерального университета. По словам самих школьников, в планах активная учебная деятельность и упорный труд. Впереди у нас много интересного и образовательного, и познавательного. Надеюсь, удастся их поближе познакомить как с историей Татарстана, так и с городом Елабугой, с прекрасным нашим городом. Ну и это подготовка к итоговым выпускным экзаменам, к ЕГЭ. Я думаю, у ребят все получится, ну а мы здесь все будем им помогать и как организации их быта, проживания, так и в выстраивании уже образовательных процессов. У старшеклассников до окончания учебы остается каких-то 4 месяца, и наверстывать придется очень много. Для школьников сформированы 2 класса, занятия в которых будут проходить по отдельному учебному плану. В первой половине дня с учениками занимается педагог, а во второй дополнительные занятия по предметам проводят студенты-волонтеры. Также школьники будут задействованы в кружковой работе, включающей в себя спортивное, творческое, естественно-научное направление, программирование и многое другое. Не менее важно помочь детям адаптироваться к новой жизни, социализироваться. Тихая, уютная Елабуга подходит для этого как нельзя лучше. Основной задачей является подготовка ребят к выпуску из школы и продолжить образование в вузах нашей страны. Я жду всего хорошего. Отдельно хочу сказать спасибо Республике Татарстан за то, что дали нам такой шанс учиться, работать и реализовывать себя в полной мере. Я уже ездил в университетские смены. Нас знакомили с Елабужским институтом и с КФУ. Вот. Поэтому я здесь не первый раз. Очень много одноклассников сюда поехали, потому что они знают, что это их единственная возможность выйти к людям. В ближайшее время ученикам предстоит определиться с выбором предмета для сдачи ЕГЭ. Ребята полны энтузиазма и уверены, что совместные усилия коллектива Елабужского института, университетской школы, студентов-волонтеров и самих учащихся приведут к желаемому результату. Карина Саяхова, Елизавета Казизянова, Анастасия Упаева, Тимур Ахметов, Универ Новости.